Недавно воспитанники спортивного клуба Дениса и Максима Максимовых вернулись с чемпионата Донецкой области по киокушинкай карате. Ребята усердно готовились к этому турниру вместе со своими наставниками и в результате выступили успешно. Это было первенство Донецкой области по киокушин карате среди молодежи и взрослых. Это был уже третий наш чемпионат, на который мы ездили с нашей командой из города Покровска. Этот раз мы поехали очень большой командой, 30 человек. Турнир прошел на очень хорошем уровне. Спасибо организаторам, судейство было превосходное, все было здорово. Хорошо ли себя проявили ребята на соревнованиях? Довольны ли вы результатом? Да, я очень был доволен результатом, потому что в этот раз у нас получилось, что большинство моих воспитанников заняло с первых мест. У нас 7 первых мест, 5 вторых и 10 третьих. Это очень хороший результат для такого турнира. Ник! Сан! У спортсменов есть хороший пример для подражания. Тренеры Максим и Денис успешно выступают на мировом уровне, чем мотивируют своих учеников ставить высокие цели. Чемпионат Донецкой области стал для ребят очередным испытанием, и они его прошли достойно. Меня готовили моих два тренера, Денис и Максим. Я им очень благодарен. Они очень хорошие тренера. Чемпионы мира. А какие места ты занял? Я занял первое место. А тяжело ли тебе было бороться за это место и почему? Мне было сложно бороться за первое место. Первый бой, мне не вышел противник, а второй бой был самый сложный. Я дрался со своим. А сколько всего было боев? Было всего боев 3. А что сложного было в соревнованиях? В соревнованиях было сложно отрабатывать всякие приемы и наносить удары, и блокировать удары соперника. Соревнования длились около 7-8 часов. А какие места ты занял? Я занял, если все, то первое, второе и третье. А тяжело ли тебе было бороться и почему? Было тяжело, потому что у соперников были очень сильные удары. Их было очень сложно блокировать. А с какими впечатлениями ты вернулся домой? Радостные. То, что я занял хотя бы первое место, мне это обрадовало. За меня были папа, мама и их брат, и я занял первое место. А сложно ли тебе было бороться за первое место? Сложно. А почему? Последний бой был самый сложный. В этом клубе наравне с мальчишками учатся боевому искусству и девчонки. И на соревнованиях слабый пол показал, что он совсем не слабый, а очень даже сильный, умелый и ловкий. Я заняла первое место, и меня выделили за лучшую технику боя. А сложно было ли тебе бороться и почему? Было сложно. У меня был один бой в финале. За счет того, что я болела, это было сложно. В год таких соревнований, может, 4-5. Честно, не считаю. Победы на соревнованиях подтверждают, что все старания не напрасны и вдохновляют на более высокие достижения. Пусть у покровских каратистов они будут яркими и захватывающими.